Найти Дамаск на карте мира – новая игра, стала популярна в интернете на фоне ожидания военной интервенции в Сирию. Играют даже в британском парламенте. И даже во время голосования по серьезному, казалось бы, вопросу, атаковать ли режим Асада или нет. Все подробности в обзоре Елены Гнесь. В британском парламенте забавляются поиском Дамаска на карте. После сообщения о возможных авиаударах по Сирии в интернете появилась игра. Посетителям сайта предлагают угадать, где именно на физической карте мира находится столица Сирии. Точное место указывают немногие. Разработчики игры отмечают, что накануне из 1100 посетителей сайта 19 находились в здании британского парламента, когда депутаты решали, будет ли Лондон участвовать в военной операции в Сирии. Проголосовали против.